Всем привет, дорогие зрители! И сегодня я поделюсь рецептом мини-пиццы. Понравится такой вариант как взрослым, так и детям. Для начала мы с вами приготовим тесто. Для этого мне понадобилось 200 мл теплого молочка. Добавляем туда 12 грамм дрожжей сухих, 1 чайную ложку сахара. Все хорошо перемешиваем. И также сюда сразу же добавляем остальные ингредиенты. Это 100 мл теплой водички, 100 мл растительного масла и чайную ложку соли. Снова все хорошо перемешиваем. И теперь просеиваем к нашей жидкой части муку. Муки мне понадобилось 500 грамм. Возможно, вам понадобится чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше, поэтому добавляйте муку частями. Я просеивала частями и регулировала густоту своего теста. Вымешиваем все сначала ложкой, а затем руками. Примерно 5 минут месим тесто руками. И далее собираем наше тесто в шар. Берем емкость, смазываем растительным маслом, помещаем туда наше тесто, накрываем и в теплое место на 30 минут. За это время приготовим соус. 1,5 столовые ложки томатной пасты, 4 столовые ложки растительного масла и 40 мл водички. Все это доводим до кипения и кипятим примерно 5 минут, постоянно помешиваем. Соус наш готов, осталось подготовить начинку. Это могут быть любые ингредиенты по вашему вкусу. У меня были куриные сосиски, чуть-чуть колбаски в холодильнике, оливки, перец, помидор и твердый сыр. Нарезаем ингредиенты удобным, друзья, для вас способом. Сосиски я нарезала кружочки, колбаску порезала соломкой. Таким образом и овощи, которые используете. Сыр натираем на терку. 80 грамм сыра мне понадобилось на мое количество пиц. Полчаса простояло у меня тесто в теплом месте. Посмотрите, как оно поднялось. Теплое место у меня это была чуть-чуть заранее разогретая духовка, потому что другого теплого места в доме у меня нет. Берем наше тесто, выкладываем на столешницу. И теперь нужно его нам раскатать. Раскатываем в пласт толщиной примерно 0,7-1 сантиметр. И теперь будем вырезать наши заготовочки для пиццы. Я использовала вот такую тарелочку, чтобы пиццы были не совсем уж маленькими. Потому что если кружкой, получаются совсем мини-мини пиццы. И выкладываем на противень, высланный пергаментом. У меня еще осталось тесто, поэтому я его еще раз раскатала и вырезала еще пару пиц. 9 штучек у меня получилось, даже 10 просто у меня не поместились на противень. Смазываем нашим соусом. Далее выкладываем половинку нашего натертого сыра. Начинку я сделала часть с куриными сосисками. Дети очень любят. Сосисками больше, чем с колбаской. И оставшиеся добавила колбаску. Теперь добавляем овощи и сверху снова с сыром и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. И посмотрите, какие мини-пиццы получаются в итоге. Очень аппетитные, очень вкусные. Готовятся очень быстро и просто, а разлетаются еще быстрее. Я рекомендую вам попробовать приготовить
порадовать себя и своих близких. Пока-пока!